Что такое? Переоденься, если хочешь. Можно. Да что ты делаешь? Ну, а ты сама-то как думаешь? Я не собираюсь оставаться в мокрой одежде. И тебе советую переодеться, а то еще простудишься. Что? Ты что, извращенец? Чего ты добиваешься? Если ты до меня дотронешься, я тебя убью. Да ты и правда сумасшедшая. Да ты совсем не в моем вкусе даже. Окажись мы на необитаемом острове, я даже не взглянул бы на тебя. Не знаю, кем ты меня считаешь, но я не извращенец. Нет. Прости, я ухожу. Что ты тут делаешь? Да что ты кричишь сразу? Я просто хотел выпить. Ты что-нибудь будешь? Я не хочу. Ладно, не злись, я ухожу. Ай! Голова. Вот она, божья кара. Это ты, моя величайшая божья кара. Ты! Правда, прости. Поверь, я ничего не увидел. Ничего. Может, закроем тему? Хорошо. Вулкан, наверное, очень сейчас переживает. Про Чиглу я вообще молчу. Она, наверное, совсем уже сошла с ума. Во всем я виновата. Из-за меня у тебя проблемы. Радует, что ты в курсе этого. Но я сам попросил тебя о помощи. Думаю, мы оба виноваты. Что мы сейчас делать будем? До утра подождем, а дальше решим по ситуации. А что будет, когда владельцы корабля вернутся? Мы опозоримся? Мы же не воры. Так сложились обстоятельства. Мы им все объясним и, надеюсь, они отнесутся с пониманием. Да, мы были вынуждены. Пойдем, отдохнем немного. Я... Тут вместе поспим. Вместе? Еще чего? Тогда ты спишь снаружи, а я тут. Почему я должна спать снаружи? Это ты не хочешь спать тут со мной? Разве не ты говорила, что во всем виновата? Разве не ты говорил, что мы оба виноваты? Ну вот, поэтому я сплю по вертикали, а ты по горизонтали. Мы будем спать вместе еще и в таком виде? Ни за что на свете. Хорошо, как знаешь. А тут удобно. Ладно, ладно, я тебе уступлю. Спасибо, ты сама галантность. Benim bura afet yeri. Yangında var depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz. Büyümez çiçek.
sen benim. Aşk oyuncan oyuncak, söyle emrine olma. Uf, как же мне неудобно здесь. Duysun bedalar taşlar, çok seviyorum demiş miydim? Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez Купил радио. А кабель? Да. В этот раз будь осторожнее, чтобы не было никаких проблем. Хорошо. Ты тоже слышал эти звуки? Да, капитан. Сейчас пойду проверю. Подожди. Поднимите руки! Вы кто такие? Что вы тут делаете? Нет, вы нас неправильно поняли. Мы друзья! 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 Вы говорите по-английски? Нет, они не говорят по-английски. Просто смотрят. У нас закончился бензин, и мы застряли в море. Поэтому приплыли сюда. Здесь приютились. То есть... Они не понимают по-турецки. Что ты несешь? Ну, они поймут по моей мимике. Но ты постоянно вмешиваешься. Так нельзя. Хорошо. Больше не вмешиваюсь. Делай, что хочешь. Давай. Поднимите руки. Вставайте. Кажется, они говорят, чтобы мы встали. Вставайте, вставайте! Быстро шагайте! Все из-за тебя! Лезть в яхту было твоей идеей! Я тебе говорила, не надо! А что было нам делать? Плыли бы по морю всю ночь? Вышли бы уже с острова напротив? Было бы лучше, чем наше нынешнее положение. Значит, ты бы предпочла побыть со мной наедине на необитаемом острове? Нет уж! Даже думать не хочу. Слава богу, что мы здесь. А я так и не думаю. Вчерашней ночи мне хватило на весь год. Ты храпела всю ночь, а я не мог уснуть. Кто? Я храплю? Я никогда не храплю. По-моему, это больше похоже на твой храп. Конечно, конечно. Ну да ладно, закроем эту тему, чтобы тебе не было стыдно. У нас сейчас есть проблемы поважнее. Нам нужно избавиться от этих веревок. И как мы это сделаем? Мы вообще непонятно куда плывем. Много не болтай. Лучше помоги развязать веревки. Не получается. Ослы, да почему ты такая непутевая? А то ты все умеешь. Если знаешь как, то развязывай сам. Нет, так не получится. У тебя с собой есть что-то острое? В кармане должен быть маленький нож. О, отлично! Ты что, больная? Зачем мне иметь при себе острые предметы? А откуда мне знать? И разговаривай со мной нормально. Не говори больше «больная». Хорошо, хорошо, не психуй. Я и так очень напряжена. Еще и ты давишь на меня. А, тебе нечего бояться. Нас просто сдадут полиции или береговой охране, одной из двух. Не могу поверить, что ты так спокоен. А что ты хочешь, чтобы я сделал? Хотя бы расскажем все полиции и спасемся. На самом деле разумно.
Я всегда разумен, но чтобы меня понять, тебе нужно время. Бурак! Подплываем. Где мы, интересно? Окажется, в даче. Хорошо, что не особо отдалились. Йорго! Йорго! Позови Юсуфа сюда. Посмотрим, какие у них проблемы. Хорошо, капитан. Кто эти люди? И о чем они говорят? О, Господи, помоги нам! Мне очень страшно! Да успокойся, я рядом. Никто не посмеет тебя тронуть. Как вы оказались на яхте? Слава Аллаху, нашли кого-то, чтобы объяснить нашу проблему. Вы мне объясните, а я им передам. Когда мы катались по морю с моей девушкой, у нас закончилось топливо. Мы застряли и, увидев яхту, поднялись на нее. У нас, правда, не было плохих намерений. Правда, мы ничего не сделали. Просим прощения у капитана. Пожалуйста, отпустите нас. Вы свободны. Я поговорил, было сложно, но я их уговорил. Спасибо. Спасибо. Мы говорили, что ничего не сделали. Вы зря нас связали. Если мы останемся здесь еще на несколько дней, то ты точно научишь этих людей турецкому. Откуда в тебе столько сил? Ни на секунду не замолчала. Ты сейчас разозлишь и без этого злых людей. Хорошо, хорошо. У вас есть кто-то, кто может забрать вас отсюда? Да, есть. Только слезем с этой яхты. Хорошо. Спасибо еще раз. Спасибо. Будьте осторожны. Вам не всегда будет так вести. Да, ты прав. Я твоя девушка? Еще и врешь им? А что я должен был сказать? Что ты кому-то врезала, когда он бежал за нами, мы, как угонщики, взобрались на яхту, что ли? Хватит, хватит! Ты уже достал, все время это повторяешь! Хватит об этом говорить! Хорошо, извини, это, походу, одно из твоих ежедневных дел. Ты говоришь так спокойно, словно это нормально. Ну да ладно. Что мы будем делать? Сначала найдем банк и снимем денег, а потом позвоним Вулкану, еще снимем эту грязную вчерашнюю одежду и купим новых вещей. Хорошо. Помолимся, чтобы папа не заблокировал мои карты. Почему? Поругались? Моя жизнь не так проста, как тебе кажется. Мне жаль. Проблем нет, мамочка моя. Она точно уговорила отца не блокировать карту. Это хорошо. Осталось избавиться от этих вещей, и дальше все. Пойдем найдем магазин. Надеюсь, вы с папой в ссоре не из-за серьезных вещей? Не особо. Не расстраивайся так. Вы помиритесь. Да вы посмотрите на нее. Расстроилась из-за меня. Где эта сумасшедшая девчонка? Что-то я ее не вижу. А к тебе нельзя относиться по-хорошему? Ну ладно. Ганжа, наверное, совсем с ума сошла. Если моя мама узнает, что со мной произошло, она меня убьет. Ладно, я сейчас позвоню. С тобой невозможно серьезно разговаривать. Сразу издеваешься. Ты ничего не воспринимаешь всерьез. А что тут серьезного? Что? Ты только посмотри, что мы пережили. Тебе, конечно, плевать. Тебе только веселье подавай. Не могу сказать, что мне надоело. Ну да, ведь все происходит со мной. Посмотри, что я пережила с того дня, как переехала сюда работать. До знакомства с тобой у меня была такая спокойная жизнь. Завтра кто жив, кто здоров. В эту ночь свое сердце тебе вверяю я. Я вверяю сердце.
А у тебя красивый голос. Ну, так, сойдет. Не могу поверить. Что случилось? Ты сказал, сойдет? Ты и скромность? Я в шоке. Посмотрите, кто мне говорит о серьезности? Что это значит? Я тоже повеселюсь. Что здесь такого? Идем, возьмем что-нибудь поесть. Добрый день. Добро пожаловать. Могу ли я воспользоваться вашим телефоном? Конечно, прошу. Пока я звоню, присмотри себе что-нибудь. Хорошо. Алло, Вулкан, это я. Бурак? Ты где? Мы уже звонили в полицию. Не спрашивай, долгая история. Телефон упал в воду, звоню из магазина. Ну да ладно, мы в порядке, ослы рядом. На данный момент мы в Датче. Забери нас отсюда, пожалуйста. Как вы там оказались? Нам пришлось уплыть, и когда топливо закончилось, мы очутились посередине моря, представляешь? Да ну, ты шутишь? А дальше еще хуже. На чужую яхту полезли, а они подумали, что мы воры. Чудом спаслись. Ну хорошо, отключаюсь. Будем ждать тебя у причала, хорошо? Брат. Хорошо, брат. Алло, папа. Мы нашли Бурака. Как тебе? Я вспомнил свою бабушку. Вредина. Ты на свою футболку посмотри, будешь всех внимание привлекать. Чтобы привлекать к себе внимание, я не нуждаюсь в этом, дорогая. Я не видел, что ты надела то же самое. Искупаемся в море, пока будем ждать лодку. У тебя где-то 75-80 сантиметров. Тебе пойдет. Вот этот, пожалуй. Что ты говоришь? Это некрасиво. А что я такого сказал? Рука онемела. Мало тебе. Давай, и это возьмем. Сколько с нас? 250 лир. Я голодный, как волк. Я тоже голодная. Мы заслужили вкусный обед. Да. Добро пожаловать. Проходите. Спасибо. Спасибо. Мы очень голодны. Не спрашивай нас, принеси, что хочешь, хорошо? Хорошо. Какое красивое место. Да, очень красиво. Мне тоже понравилось. Я раньше был в Датче, но в этом кафе первый раз. Уф, этот плач, голова от него разрывается. Бедняжка, интересно, почему он плачет? Почему же еще? Избалованный потому что. Милая моя, ее, наверное, что-то беспокоит. Что с тобой?
чего ты плачешь? А? Иди ко мне. Иди ко мне. Иди. Все. Девочка с красивыми глазами, не плачь. Хорошая. Ч-ч-ч-ч. Хорошая. Спасибо. Пожалуйста. Видел? Она просто хотела внимания. Ты права. Извините, вы не могли бы нас сфотографировать? Да, конечно. Снимаю. Спасибо. Хотите, мы вас тоже сфотографируем? Спасибо, но у нас нет с собой фотоаппарата. Но мы вас сфотографируем и скинем вам на почту. Ну, раз уж так, ладно. Дочка, ну что вы за влюбленные? Обнимитесь. Знаете, такие моменты ценятся в старости. Нарима, ну что ты такое говоришь детям? Нет, вы неправильно поняли. Мы просто друзья. А, правда? А я-то подумала... Ой, нет. Вы так подходите друг к другу. Поженитесь. Снимаю. Нет, тетя, упаси Господь. Да, тетя, упаси Господь. Мы с мужем тоже были такие, как вы. Но посмотри, уже 30 лет женаты. Она была такая вредная. Я слышу тебя, слышу. Снимаю. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.